Доброй ночи, дорогие друзья. Сейчас час ночи по киевскому времени. Да, и пора подвести промежуточные итоги. Я сразу же показываю это прямое включение вот этой доски в ЦВК, Центр выборчкоме. Тут, правда, иногда почему-то расфокусировка происходит, когда данные обнуляются. Но в целом в Фейсбуке, в общем, есть прямая трансляция. Итак. Зеленский 28,84, первое место, да. Порошенко Петр Алексеевич 17,06 и Тимошенко 14,82. Смотрите, посчитано на данный момент 4,5% бюллетеней. Очевидным для меня две вещи становятся. Во-первых, второму туру быть, поскольку Зеленский не набирает при всем желании 50%, да. Ну, а второе, то, что интрига все-таки сохраняется. То есть и Тимошенко, и Порошенко могут выйти во второй тур. В принципе, это ожидаемая картина. А социологические исследования, которые вменяемые, которые не зависели там друг от друга, они, в общем-то, и показывали такую картину. Смотрите, вот меняется 4,73. Да, вот разрыв, по-моему, чуть-чуть увеличился, да, что все-таки Тимошенко Юлия Владимировна, она не дотягивает до второго места. Да, конечно, против нее там грязно сработали, и кампания очень-очень печально она провела, очень скучно и ни о чем. Вот, ну вот, например, смотрите, да, вот, кстати, такой пример, видите, Тимошенко Юрий Владимирович, ну, совершенно никому не известный вообще, в принципе. Вот смотрите, 0,75, это очень-очень много. Вот видите, Юлии Владимировны, вот эти вот 0,75 Юрия Владимировича, вот эти, но вот этот процент Юрия Владимировича очень бы даже сейчас помог. Очень тупо и грязно вот этот вот кондитер поступил. То есть уже, ну, всеми возможными способами пытается пролезть во второй тур. Хотя, в общем-то, что будет во втором туре, я не знаю. Вообще, если честно, конечно, интересно наблюдать за украинскими выборами. Да, это гораздо веселее, чем в России. Что там говорить? Хотя, если честно, веселиться я предпочитаю где-нибудь в цирке, там, в театре, в кино, а не вот так вот, да, где действительно, куда там страна поплывет после того, как тут чего-то выберут. Так, еще один момент. В прошлом видео я случайно дал ложную информацию по поводу явки избирателей. Я не туда посмотрел, не на тот процент. Значит, смотрите, явка составила 63,48%. Это при том, что 100% имеется в виду вместе с Донбассом и вместе с Крымом. Это понятно, да. Но ясное дело, что в Крыму проголосовал только я. Да, находясь в Крыму, я смог принять участие в выборах президента Украины. Ссылочку я дам в описании, если не верите, там видео есть на эту тему. Так, ну, а если серьезно, то есть это очень-очень большая явка. Где-то так на участке это до 80% доходит. То есть если посчитать из тех, кто не уехал за границу работать, кто не в Крыму, кто не на Донбассе, то есть это там за 80% явка была бы, если бы вот именно таких избирателей 100% было бы, да? Так, ну что могу сказать, давайте еще раз глянем прямой эфир. Обновилось чего-то? Нет, 4,73, то есть, ну, почти 5%, а вот, смотрите, 5%. Видите, камера не фокусируется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давайте, давайте, давайте. При 5%. Ага, ну тут видно. Ну, особо ничего не изменилось. Блин, у Порошенко, смотрите, у Порошенко прибавилось чуть-чуть. То есть разрыв немножко увеличился. Так, ладно, через час я еще сделаю обзор. Всем спокойной ночи, если, конечно, это ночь для кого-то может быть спокойной.